На первый, второй. Хорошо. Не-не-не, я Тарутаева жду.
были мои глаза. Ты можешь вспомнить, я почему-то нет. Ты понимаешь, некому подсказать. Вопрос дурацкий, но хочется знать ответ. Здесь у меня проблемы с ответами, зато с вопросами очень хорошо. Не измеряется километрами то расстояние, что прошел. Лечу куда-то, падаю в космосе, хватаю воздух, в который раз уже. Я где-то рядом, недалеко совсем, пойму где точно, сообщу сразу же. Не знаю, правда, есть ли отсюда связь, но я попробую. Вот, захватил конверт, если поймешь, что попытка не удалась, остановись, посмотри наверх. Я все еще здесь, я лишь ненадолго вышел. Чуть дальше, чуть тише. Выше, выше. Обратный путь никто не знает, в принципе незачем. Мы обязательно встретимся как-нибудь и поболтаем, как всегда, ни о чем. Мы разменяем вечность на глупости. Ты, наверное, сможешь мне сказать, какого цвета были мои глаза. Дыша, чуть выше. Я все еще здесь, я лишь ненадолго вышел. Чуть дальше, чуть тише. Выше, выше. Я лишь ненадолго вышел. Чуть дальше, чуть тише. Выше, выше. Здрасте! Здравствуйте. А где? Есть сигнал? Есть? Все есть? Хорошо. Чудесно. В общем, мы наконец приехали. Год спустя. Я не знаю, как кто из парней, я счастлив. Правда. Во-первых, вот Евгений тоже, судя по всему, счастлив. История такая. Ну, я думаю, многие из присутствующих здесь пролистывали сегодня ленты в социальных сетях. Мы сегодня все вчетвером дружно застряли в лифте. В тесном в лифте размером с холодильник. Вам смешно, правда. Во-первых, у этой истории в разных соцсетях примерно 60 лайков. Я бы хотел посмотреть в глаза тем людям, которым это нравится действительно. Вот, да, руки я вижу там. Вот. А во-вторых, правда, кажется, что смешно. Вы представляете, что такое провести хотя бы 40 минут в тесной кабинке вот с этими людьми? Слава богу, у нас есть наша надежа и опора Александр Князев. Опора во всем. Он громче всех кричал. Да, кричал «помогите», разумеется. А что еще у нас? Телефоны там не работали. Лифты надежные, дверь мы не сломали. Да, дверь мы сломать не смогли.
Вот. И мы страшно благодарны. Вот, слушайте, в Москве это называется Мослифт. Как это в Питере называется? Питерлифт. Мы благодарны службе Питерлифт за то, что нас оперативно всего за 40 минут оттуда достали. Приехал улыбчивый, веселый парень. Сказал, давно сидим? Недавно. Жарим регги. Утро понедельника. 193 бездельника пришли, работают, точнее сидят, субботы ждут. А вот и ты сидишь, сломав компьютер, нервно давишь мышь. И мне понятно много, и ты ничего не трогал. Оно само, а вокруг тебя народу, видимо, невидимо. Но почему-то я один лишь, видимо, невидимый. А у тебя в почте новый e-mail, в нем приоттаченный вордовский файл. Этот файл распечатай скорей и перед зеркалом прочитай. Так ты получишь секретный пароль, с ним ты заходишь на мой FTP. Там MP3-шка, прослушай ее, и станет понятно, что я тебя. Неделя тянется, 3000 лет еще до пятницы. Сидят, работают, листают сайты, кофе пьют. Ой, что случилось-то? Ты нахватал где-то вирусов. Такие гадки не дают сидеть ВКонтакте. Ладно, помогу. А вокруг тебя народу, видимо, невидимо. Но почему-то я один лишь, видимо, невидимый. А у тебя в почте новый e-mail, в нем приоттаченный вордовский файл. Ты этот файл распечатай скорей и вверх ногами его прочитай. Так ты получишь новый пароль, с ним ты заходишь на мой FTP. Там фотография, кликни ее, и станет понятно, что я тебя. Ночью в офисе, когда работы нету вовсе, и лишь уборщица глядит и недовольно морщится, как я один сижу и до утра тебе пишу. Но не стихи, а вирусы, чтоб чаще видеться. Думаешь, легко, а вокруг тебя народу, видимо, невидимо. Но почему-то я один лишь, видимо, невидимый. А у тебя в почте новый e-mail, в нем приоттаченный вордовский файл. Ты этот файл распечатай скорей и через строчку его прочитай. Так ты получишь новый пароль, с ним ты заходишь на мой FTP. Там MP3-шка, прослушай ее, и станет понятно, что я тебя. Мне нравится, что его плохо видно. Уйди, говорит. Влад Волошко. Наш ангел пунктуальности.
Именно из-за него группа чаще всего опаздывает на поезда, репетиции, киносеансы, свидания и прочие дела. А, рок, давайте вжарим. Аэропортовский рок такой. Да? Сейчас стоечку по роковому поставлю. Как я люблю. Нормально? Остановилось время, сколько ни лети, без пяти двенадцать. Перевернулось небо, сколько ни гляди, облака внизу. Я доедаю завтрак, я засыпаю сидя. Я догоняю завтра, я по небу за ним ползу. И снова заново курс неря, дамы на рейма, на водмаде. Два, два часа в Толмачёво, вылет второго в 11:45. И снова жизнь не моя, не моя, не января, не мая, не понимаю. И снова таю, сажусь, летаю, сажусь, летаю опять, таю опять. Расположились звезды, рано улетать, возвращаться поздно. Разлиновало небо, о, да, хорошо, хорошо, тексты надо учить замечательно. Эх, мам, надо бы налетаться, нацеловаться с летом. Но если верить моим билетам, то мое место 17-б. И снова за новокурс Неве, дамы на Рима. На водомате, два, два часа в Толмачёво, вылет второго в 11:45. И снова жизнь не моя, не моя, не января, не мая, не понимаю. И снова таю, сажусь, взлетаю, сажусь, летаю опять, таю опять. Рок, давай! Неве, дамы на Рима, на водмаде. Два, два часа в Толмачёво, вылет второго в 11:45. И снова жизнь не моя, не моя, не января, не мая, не понимаю я. И снова таю, сажусь, взлетаю, сажусь, взлетаю опять, таю опять. Что-то пока пел, какие-то мысли все время, вот надо что-то сказать. Ну, про то, что тексты учить надо, это да, хорошо. Самое смешное выяснилось, что за все тысячелетия существования команды наш барабанщик так и не разобрал слова в этом припеве. Он сегодня меня спросил, что ты там поешь? Нариманова, Домодедово, да, да, да. Нариманова, аэропорт Астрахани, Домодедово, аэропорт Москвы. И что там еще, судя по тексту? Да? В поезде, видимо. Не, когда мы спим в поезде, поет обычно Саша. Этот красивый. Ну ладно. Лирика. Месяцев подряд Серегу пилит жена. Давно купила, да спасибо, не вооружена. Один и тот же вопрос, один и тот же ответ. Сергей, ты вынес елку, блин. Нет, она не пахнет и не рад. Полгода уже она стоит на месте телека, а он в гараже. По всей квартире иголки, кот гадит мишурой, ну вынеси.
елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси. Пока не вспыхнула в июле синим пламенем горя. Была елка в углу, по всей квартире дымит, и только дети были рады. Но когда пожарные примчались на подмогу ему, семья металась по квартире, задыхаясь в дыму. Соседи громко матерились со всех этажей. Серега, вынеси елку-то уже! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси! Серегины пришли отмечать, супруга, выглянув в окно, решила не открывать. Они стоят во дворе и дышат паром в кулак. В глазах застыл немой вопрос. А что-то как-то не так, у них шампанское, петарды в карманах, винегрет. И вроде все хорошо, а только праздника нет. А на часах без пяти уже почти Новый год. Серега! Ау! Вынеси что-нибудь. В горле пересохло. Вот. Серега. Раз, два, три. Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси елку! Серега, вынеси! Маленькая елочка, холодно зимой, и из лесу елочку взяли и стоит. Обещали же некоторое количество новых все-таки композиций включить в программу, правда? И мы включили. Я просто надеюсь, что у меня тут... Ну, похоже на правду. Я проверю сейчас, насколько она настроена. А это важно. Женьке не нравится, когда она не настроена. Чужая гитара. Почему? Мне кажется, если бы Женьке не нравилось, так не переживал. Там вот парень стоит в темных очках. Басист терпеливый, чё? Играйте, что хотите, лишь бы бас было слышно. Сейчас он правду сказал, правда ведь? Ну, давайте попробуем. Вещь называется «Божья коровка». Желтая, как медь, и лучший друг игруша, плюшевый медведь. Он всем хорош, жаль, не умеет говорить. И все мне будет, стоит только попросить. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и гелик, и мячик футбольный. Божья коровка, слетай за мамой, пусть полечит ранку, подует и станет не больно. Потом бритье, работа, кофе и шенген, умение пить и головная боль взамен, способность врать и убедительно шутить,
и понимание, что бессмысленно просить. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и денег, смартфон самый новый. Божья коровка, слетай за нею, передай, жалею, скучаю и очень хреново. Дожди, большое небо и прибой, война с собой и примирение с собой, и понимание, что в любой момент сгорю, а я стою тут и с жуками говорю. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и веры, и ветра немного. Божья коровка, слетай за тучу, там уж всяко лучше и чище, и ближе до Бога. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и беленький мячик футбольный. Божья коровка, слетай за мамой, пусть полечит ранку, подует и станет не больно. Каждым разом все лучше и лучше играем эту песню. Я с каждым разом все хуже и хуже ее пою. Наконец настает... Я же старенький, я быстро устаю. И где-то как раз песни к 5-6 концерту мне хочется играть вещь, в которой я играю всего один аккорд. Приятный, красивый такой. И даже объяснять им ничего не нужно, они понимают. Команда же. Сейчас объясню. Ты молчала каждый раз, ни слова не говоря. Я с головой провалился в нас, а выяснилось, что зря. Я научился скучать по нам, один за двоих дышать. Видишь, где больно, знаешь, а там душа. Не подойдет в черновиках решение ни одно. Вместе никак и врозь никак, а третьего не дано. Я подсмотрел ответ в конце, не сходится он ни с чем. Видимо, нет варианта С совсем. Держись от меня подальше, иначе я не ручаюсь, что не провалюсь, как раньше, и снова не заскучаю. Я падаю в море фальши, ломаю замки и стены. Держись от меня подальше, затяну бешеный маятник судьбы, в полнеба качается. Надо бы плюнуть и забыть, да не получается. Надо бы сердце сдать в ремонт, желательно с головой. Жаль, не гарантийный случай, не страховой. Точки безумно далеки, пешком не дойти никак. Город разрезан на куски, как торт именинника. Падает с неба конденсат, стекает с окрестных крыш. Что ж ты молчала? Что ж ты опять молчишь? Держись от меня подальше,
иначе я не ручаюсь, что не провалюсь, как раньше, и снова не заскучаю. Я падаю в море фальши, ломаю замки и стены, держись от меня подальше. Затем, снова не заскучаю. Я падаю в море фальши, ломаю замки и стены, держись от меня подальше, затяну снова. Мне всегда хотелось сделать вот так. А парни сказали, есть другая. Ее еще исполним, но не прямо сейчас. Жарко что-то как-то. Да? Ты живой? Я уже начал играть. Не-не-не-не, рано еще, ты что? Я уже начал играть. Каждое утро загружаешься с нуля, подтверждаешь настройки всех систем. Проще заставить работать команду космического корабля, чем объяснить себе просыпаться зачем. Каждый день входишь в пещеру горного короля, видишь марш андроидов в метро. Поездами насквозь проедаем тоннели в планете Земля, лишь иногда задевая земное ядро. Но это все только спецэффекты и нарисованные дома и проспекты, и одинаковые прохожие, нарисованные и размноженные. Это все только спецэффекты и нарисованные дома и проспекты, и пароходы и экскурсанты, и настоящий только сам ты. Город выпускает светляков, навигационные огни. Ты вроде бы знаешь, что будет, и даже как будто к чему-то готов, но, как всегда, неожиданно гаснут они. Каждую ночь ты словно дышишь гелием, легок и невесом, как Бог. I'm a big old alien, I'm an Englishman in New York. Но это все только спецэффекты, и нарисованные дома и проспекты, и одинаковые прохожие, нарисованные и размноженные. Это все только спецэффекты, и нарисованные дома и проспекты, и пароходы и экскурсанты, и настоящий только сам ты.
это все только спецэффекты. И нарисованы дома и проспекты. И одинаковые прохожие, нарисованные и размноженные. Это все только спецэффекты. И нарисованы дома и проспекты. И пароходы и экскурсанты. И настоящий только сам ты. И это все только спецэффекты. И нарисованы дома и проспекты. И одинаковые прохожие, нарисованные и размноженные. Это все только спецэффекты. И нарисованы дома и проспекты. И пароходы и экскурсанты. И настоящий только сам ты. И... И наконец, я бы хотел все-таки в конце концов поблагодарить нашего гитариста Евгения Тарутаева. Потому что, ну мы-то кому-кому, а уж нам-то, ну, понятно, совершенно ясно, очевидно, что без Евгения Тарутаева мы бы играли в миллиард раз лучше. Я перед концертом заранее перед ними извинился, что я буду так шутить. Они готовы к этому. Вот, так что готовьтесь, парни. Я запишу, можно? Ванна, тихий океан. В нем вчера сломался кран. Значит, принимаю дождь. На балконе Тель-Авив, велик, валенки, штатив. То, что ищешь, хрен найдешь. Вот поселок Аймекон, у меня на кухне он. Я пломбир в него несу. Рядом Эйяф ядла йогурт, в небо пламенем плюет. Он мне жарит колбасу. Маленькая планета, запасной, к сожалению, нету. Шла в комплекте одна и все. Это мое место тепла и света, однокомнатная планета. Через космос меня несет. Дай поиграть. Вот мой пляж Майами-Бич. На него приятно лечь и валяться до утра. Вот большой барьерный риф, вот Москва, а вот Париж, Прага, Киев, Анкара. Приходи ко мне в Нью-Йорк, Милан, я включу тебе Нью-Йорк, и Стамбул тебе сварю. Прыгнем в Тихий океан и Австралией запьем. Я весь мир тебе дарю. Это моя маленькая планета. Запасной, к сожалению, нету. Шла в комплекте одна и все. Это мое место тепла и света. Однокомнатная планета. Через космос меня несет. Это моя маленькая планета. Запасной, к сожалению, нету. Шла в комплекте одна и все. Это мое место тепла и света. Однокомнатная планета. Через космос меня. Это моя маленькая планета. Запасной, к сожалению, нету. Шла в комплекте одна и все. Это мое место тепла и света. Однокомнатная планета. Через космос меня несет.
Во-первых, когда мы... Когда мы приехали, собственно говоря, сюда, администрация нас спросила, у вас спокойные? Про вас, да. Я сказал, спокойные, они не прыгают. Сейчас, ага. Прыгайте, молодцы. А во-вторых, Саш, ты куда все время уходишь? Объясни мне, ты почему там у стенки? Ты... А, он с Владом разговаривал. Ладно, хорошо. Вот. Теперь песня, которую я вот репетировал вот это делать очень долго. Это сложно, оказывается. Я вот никогда бы не мог подумал. Если что, поможете там где-нибудь в середине, ладно? Ну, просто же. Вот. Да? Что ты руками размахиваешь, ты начинаешь играть эту песню. Еще вода не подействовала. Это питерская вода, она особенно действует. Начинай. Здравствуйте, Алиса Бруновна. А я к вам. Нет, спасибо, я и тут постою. Простите, Николай музыкант. Сочиняю и немного пою. Понимаете, вы просто чаще других отмечаете со мной Новый год. Нет, серьезно, чаще многих родных в роли Прокофьи Людмиловны. Ну вот, и раз уж мы с вами видимся раз в году и даже лепим пельмени... Мои. Я подумал, ну, если я к вам приду, то против вы не будете, все же свои. И, кстати, у меня к вам такой вопрос, даже просьба, тут, как посмотреть. Я с собой гитариста привез. Алиса Бруновна, а можно вам спеть? Вот как-то так. День осколками тает из синевы. Небо скомкано в отражении Невы. Вам, наверное, это кажется странным. Ну, Алиса Бруновна, ну кто меня поймет, если не вы? Вот это пока и все дальше не идет. Я потом придумаю и покажу. Ну вот Вовка Крестовский своей любимой актрисе поет, и причем он ее не знает, а я с вами дружу. Да там у Вовы вообще же анекдот. Она ж не поймет его по-русски никогда. А вы, Алиса Бруновна, наоборот, вы очень меня понимаете, наверное, да. А вообще я не знаю, чего прибежал. Вот вечно так настроишься, прибежишь, и что-то все пытаешься доказать, и не получается, и так всю жизнь. Нет, ну что вы, я уже ухожу. Чай не нужно, этого не надо, зря. До свидания. Гитару, да, уношу. Встретимся 31 декабря. День осколками тает из синевы. Небо скомкано в отражении Невы. Вам, наверное, это кажется странным. Но, Алиса Бруновна, ну кто меня поймет?
тает из синевы. Небо скомкано в отражении Невы. Вам, наверное, это кажется странным, но Алиса Бруновна, ну кто меня поймет, если не вы? Влад Волошко теперь тоже записан вот в мой черный список. Вот для мести он же пригодится. Вот. Все, отдохнули, серьезные песни пошли. Да, такая. С такими страшными волосатыми аккордами. Давай. Да ладно. Человек. Где моя вода? В этом коллективе. Что им не нравится-то? Да не, не вам, этим что-то не нравится. Вот. Свой зритель всегда найдется, да, правда? Говорили мало, извини, все некогда, да не к спеху. Было раз желание, да пропало. Друг один советовал, да уехал. Я, конечно, правильно не умею. У тебя, наверное, дел по горло. Много нас желающих, ротозеев. Вот и я приперся, когда приперла. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Выполню, что хочешь, чем угодно выручу. Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Хочешь, я уеду в любой город, вылечу. Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Я, наверное, путано объясняю. Говорю же, правильно не умею. Все, чего добился, всегда теряю. И о чем не надо жалеть, жалею. Голова устроена, включается слишком поздно, а душа устроена еще хуже. У меня к тебе небольшая просьба. Помоги, прошу тебя, очень нужно. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Выполню, что хочешь, чем угодно выручу. Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Я уже не так, все, что можно, выключил. Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи.
говорили мало, да и в этот раз не придется дольше. Понимаешь, очень меня достало. Понимаешь, но не могу я больше. Знаю, виноват и все сам устроил. Извини, на этом тебя покину. Не сердись на то, что побеспокоил. Может быть, увидимся. Привет, сыну. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Выполню, что хочешь, чем угодно выручу, только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Я уже и так все, что можно, выключил. Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Следующую композицию мы всем коллективом... Хочется что-нибудь сказать такое, что мы сочинили ее в лифте сегодня. У меня просто травма сегодняшняя. Да. Я сейчас объясню. Лифт же металлический. Телефон-то в нем не ловит. И с одной стороны это плохо. А у меня еще клаустрофобия. В небольшом таком... Да. Но с другой-то стороны без телефона же должно же быть хорошо, правда? На 40 минут. Иннокентий Ильич, я сейчас приеду. Нет, я в пробке стою. Да, осталось чуть-чуть. Нет, Иннокентий Ильич, клиентка будет в среду. Привезет договор. Как же я хочу быть, где свобода. Там, где есть погода. Там, где нет дресс-кода. И все ходят босиком. Ветер влажный, где стакан бумажный, и что очень важно, где не ловит телефон. Нет, Иннокентий Ильич, это я не с вами. Да, я помню про бриф. Хорошо, захвачу. А, да, Иннокентий Ильич, я в тоннель езжа, может, связь барахлит. Блин, как же я хочу быть, где свобода. Там, где есть погода, там, где нет дресс-кода. И все ходят босиком, где ветер влажный, где стакан бумажный. И что очень важно, где не лопит телефон. Главбух летит в Европу. Брифинг в 10:00. Бизнес-класс оплачу. И тайна Кенти Ильич, а идите в жопу, заявление пришлю. Так как я хочу быть, где свобода. Там, где есть погода. Там, где нет дресс-кода. И все ходят босиком. Где ветер влажный, где стакан бумажный. И что очень важно, не ловит телефон. Соло Волошка.
он, Влад, вот в этом смысле Влад нам мстит, когда вот эти коды играет. Он же, видите, же разница. Вот, в какой-то момент он хочет почувствовать себя главным. Он же не понимает, что главный у нас Князев. Да, да. Спокойно. Я правда сейчас... Кстати... По поводу Саши еще хочу рассказать. Я теперь не могу эту петь иначе песню, кроме как представляю, что ну, это неправда. Где там телефон не ловит, не всегда хорошо. У нас там он металлический. Простите, я весь вечер буду об этом рассказывать. Он экранирует связь, и, то есть у нас телефоны не работают. Единственный человек, у которого работал телефон в лифте, был Александр Князев. Денег у него на... Он самый богатый у нас в команде. Денег было 1.60 рубль. Вот, ну серьезно, я сейчас не шучу. Поэтому кричал он громче всех, помогите, и вызывал слесаря голосом, не в телефон. То звонить тоже некуда было. А, ладно. Еще одна межзвездная композиция. К надписи в метро не прислоняться и говорить, что любишь слушать, а не говорить и хохотать, что в тушь стекала кляксами. Нету зимы, есть лето, альфа-центавра у тебя внутри, как батарея согревает небо, теряй все это. Я умоляю, только не проспи, ты же умеешь, я-то знаю. Альфа-центавра у тебя внутри, как батарея согревает, не потеряй все это. Я умоляю, только не просри, ведь ты же умеешь, я-то знаю, нету зимы. Как батарея согревает, не потеряй, ты же умеешь.
Куда делся барабанщик? Вот что происходит? У меня истории смешные просто закончились. Так, слушайте, там не смешные, вот что. Как мы застряли рассказать? Значит, сегодня... Где? В лифте. А что произойдет? Вы пойдете разбираться? Некрасова 60. 60. Ну, хорошо, между 50 и 60, но Некрасова где-то вот там. Сейчас все расскажите вам. Ага. Там дело у нас было важно. Питерская вода. Композиция, в которой... Подождите, сейчас. Еще одна композиция, в которой мы трудом долгих репетиций мы добились там одного такого ча-ча-ча, такой в серединке. Такой вот странный кривенький аккорд. На студии мы выяснили, что все играли разные аккорды. Да, только при записи альбома выяснилось, что у всех, да. Ну, сейчас услышите, вот там. Теперь один аккорд нормально. Давай. Земля, заходите без меня, там много места. Проживающий жилец вышел погулять и вернется ли назад, неизвестно. Пусто и холодно, но у меня с собой есть много ценного. Пол-литра белого, пол-литра красного, пол облаков привязала из моей подушки перья. А, конечно, не Гагарин, но хотя бы Титов, он немного полетал. А теперь я пусто и холодно, но у меня с собой есть много ценного. Пол-литра белого, пол-литра черного, пол Средиземного. Да на воле пустота, не молчит, не кричит, не поет, не говорит, не зовет, не гонит. Тетя Валя, я назад, возвращайте ключи, правда, дома у меня никого нет. Но у меня с собой есть много ценного. Пол-литра желтого, пол-литра лаптевых, пол-литра средиземного. Я вот только сейчас до меня дошло, что, во-первых, здесь надо было, вот именно здесь, сейчас и сегодня, спеть пол-литра Балтики. Чего же я тупой-то вообще? Оно же прям очень хорошо же там. Так и будет. Какое желтое? Пол-литра желтого, они все время смеются. Вот это, смеются. Не ешь желтый снег, вот это все. Вот это. Теперь будет пол-литра Балтики. Хорошо же. Да? Молодцы. Нормально. Ты сюда не смотри, у меня тут тексты кончились. Вот. Еще одна. Мы сегодня застряли в лифте.
Вот. Мы последние два или три концерта все время забываем сыграть Женькину любимую песню. Он потом подходит вот так вот, смотрит в листе. Я выключу, хочешь? 300 лет пути, Женя, для тебя специально. Да? Дальше будет хуже. Этот город не умеет жить иначе. Разливает одиночество отраву, как чай. Все, что ты сказала, ничего не значит. Все, что я подумал, никому не нужно. Те, кто в нас не верил, оказались правы, прощай. Не видно ничего, от дождя и ветра город не спасти. Так и простоит до тебя всего 9 километров, 300 лет пути. Яндекс подтвердит. Словно красно-белой лавой несет. Через 200 метров поворот направо и все. От дождя и ветра город не спасти, так и простоит до тебя всего 9 километров, 300 лет пути. Яндекс подтвердил. Пути. Яндекс.
Сейчас открою страшную тайну, почему часто музыканты выступают в наушниках. Потому что часто за спинами барабанщики. Ты меня сейчас тарелкой как, зараза, оглушил. Вот, слушайте, у нас есть официальное сообщение сегодня. Даже парни об этом еще не знают, но предложение сегодня поступало такое. Я хочу официально заявить. Дело в том, что у нас, правда, есть очень много людей, ну не очень много, но какое-то количество народу, которые мотаются за нами на все концерты. Да, не стыдно? Вот. Но, да, спасибо, девчонка. Мы-то рады, что это девчонки, понимаете, да? Что так должно быть. Но с недавнего момента нам потребовался бы, я думаю, да, человек, который был бы сильнее всех нас физически и умнее всех нас интеллектуально. Мы, Саш, вот человек по прозвищу Ирландец, рыжий бородатый друг, у нас тебе предложение. Ты случайно не хотел бы возглавить фан-клуб? Не, не группу, рано еще. Я потом тебя позову. Фан-клуб. Да? Вот. Ура. Отныне все претензии туда. Полный чемодан и килограмм веснушек. Буду счастлив, если не забудешь. Привези мне небо, положи в карман и никого не слушай. Ничего в кармане с ним не будет. Через две границы, через три страны, через таможню. Привези мне полный чемодан весны. Я знаю, можно. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Привези мне счастье, литров 50. В аквариум запустим, сядем рядом, будем улыбаться. Привези мне счастье 300 киловатт или 500, допустим. Подключимся, будем заряжаться. Упакуй получше, ты не потеряй. А впрочем, знаешь, ничего не нужно, просто приезжай. Я скучаю, лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтоб учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Ручная кладь. Повторяю, лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Еще раз. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Лучший набор, чтобы учиться летать, это паспорт, билеты, ручная кладь. Собственно, все. Мы сегодня застряли в лифте. И поэтому вот ну, так случилось, что нам в скором времени нужно завершать концертную программу сегодня. Нас ждет лифт. Мы еще должны у него вернуться сегодня.
Поэтому я думаю. Нам там понравилось. А чей-то медиатор здесь нашли? Дай. Как это? Как положить? Никого не убил. Ты представляешь, у тебя рука такая, хоп, куда. Ну, в общем, да. Напоследок. А что? Как что? Конечно, все. Наша любимая финальная песня. Да. Итак, песня, под которую полагается идти в гардероб. Каждый раз это говорю, никто не уходит, но тем не менее. Забыл, иди скорее, садись поближе. Она любила его, а он ее не любил и был упрям и недвижим. Она сходила с ума и ночей не спала. Она писала ему стихи, но он забывал их читать и вспоминал о делах. Как настоящий мужчина. Она звонила ночами, молчала и все, а он ни разу ей не ответил. Она ушла на войну и возвратилась с нее, а он войны не заметил. Она построила дом, посадила сосну, сама себе воспитала сына. Он видел женщину вокруг, не замечал лишь одну. По неизвестным причинам. Но наконец он прозрел и ее полюбил. Даже стать согласился мужем и написал ей стихи и песню ей подарил, но ей он больше не нужен. Она форсирует реки, растит города, дома возводит, мосты взрывает. Она ушла насовсем и не придет никогда. Такое тоже бывает. Странная старая сказка, пыльная, гулкая, словно пустой вокзал. Сказка очень старая, вспомнить бы, кто рассказал. We'll be right back.
Спасибо большое. Метро ходит не поздно, мосты разводят. До свидания. Увидимся обязательно. Пока. Взятку куда его? Новый, куда он денется? И станет вкусной невкусная каша, хотя ее вкус нифига не изменится. Такой парадокс, ты скоро поймешь это слово, и много другого поймешь постепенно. И звезды появятся снова и снова, и наши пройдут по луне непременно. Станет мир светлей и краше, будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, видишь, Маша, наши на луне. Обязательно станешь смелой, честной и сильной. Тебе понравится, больно другим никогда не делай. Они сами прекрасно справятся. Помни, что много друзей не бывает. Знай, что дорога страшна поворотом. И плачь, если плохо, иногда помогает. Не пей, я пробовал, это не работает. Станет мир светлей и краше, будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, видишь, Маша, наши на луне. Рвется обычно не там, где тонко, воздуха больше с открытыми окнами. Ездить быстро, слушать музыку громко. Небо синее, море мокрое. Решение сразу, сцепление плавно. Рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни.
что нет. Улыбаемся и машем, видишь, Маша, наши на луне. Будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, видишь, Маша, наши на луне. Спасибо. Мы еще приедем когда-нибудь.